Красноярске провели необычную спасательную операцию. Помогать пришлось цирковым животным, а именно трем медведям, двум верблюдам, лошади и собаке. Напомним, накануне появилась информация о том, что звери вместе с дрессировщиком остались мерзнуть на улице. Дело в том, что у передвижного цирка «Шапито» закончился контракт с укротителем, а новый он еще не успел заключить и в итоге остался с питомцами на морозе. Мужчине предоставили площадь и теплую палатку в Солнечном. Горожане, в свою очередь, приходили и помогали артистам едой и деньгами. А чтобы перевести животных в надлежащие условия, спасатели задействовали три спецавтомобиля. На новое место, а именно в конный клуб, где их ждет уход и теплые загоны, животных доставляли двумя партиями. Медведей перевезли на грузовике, а верблюды, лошадь и собака конвоем пошли до нового жилища по улицам Красноярска. Уже послезавтра артисты отправятся на гастроли в Новосибирск. Это специфическое мероприятие, которое, я уже напоминаю, не входит в функцию. Но, тем не менее, МЧС России в лице специализированной пожарно-спасательной части этим мероприятием обязательно занимается. Сейчас мы перевозим животных в конно-спортивный клуб. Там теплое помещение для лошадей, верблюдов и медведей. Они живы, здоровы, не болеют, накормлены, сыты. Сейчас перевезем теплое помещение, все будет прекрасно.